Ты, боже мой, ребят, вы меня просто не перестаете радовать. Всем привет, ребята, с вами снова я, Маша. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу распаковать вот эту коробочку, как я вам и обещала. Я снимаю отдельное видео. Здесь даже написано, пожалуйста, сними распаковку. Эту коробку мне подарила моя подписчица на Слаймфесте. Она очень большая, и я очень сильно хочу ее распаковать, поэтому давайте я не буду долго болтать в начале, как обычно я люблю это делать, а уже начну распаковывать, и мы с вами посмотрим, что же здесь находится. Ну а пока я это распаковываю, вы можете там лайкосик на видосик поставить, подписаться на канал, если вы еще вдруг не подписаны. И мы уже почти у цели. Сейчас узнаем, что же здесь находится. Обалдеть! Здесь очень милый рисунок, записочка и... О, ладно, не будем смотреть, что же там находится внутри, потому что это сокровенно. Привет, Маша, нас зовут Таня и Лиза. У нас есть два инстаграма и ютуб. Slime Unicorn Love, Таня Cat Love, Slime аккаунт, это Slime Unicorn Love, Love. В общем, ребят, смотрите, здесь указаны аккаунты. Пожалуйста, вам не трудно, им приятно. Зайдите, полайкайте фоточки, напишите то, что вы с моего видео пришли. Им будет безумно приятно, потому что если вы сделаете добро, то и вам также вернется это добро. Вы кому-нибудь пришлете подарок какому-нибудь блогеру, он снимет обзор, и кто-нибудь тоже к вам придет и просто полайкает, напишет приятный комментарий. Поэтому давайте делиться добрыми словами, добрыми делами. Просто заходите на инстаграм девчонок и напишите, пожалуйста, что-нибудь приятное от меня и от себя. Всем будет очень приятно, очень круто. И давайте дальше читать, что здесь написано. Извини, Маша, мы забыли добавить некоторый слайм ароматизатор, поэтому мы положили в подарок. Активатор приклеен к клею, а ароматизатор отдельно. Очень надеемся, что ты снимешь распаковку. Мы очень тебя любим. Блин, это так мило. Спасибо вам огромное. И посмотрите, какой хороший здесь зайчушка. Я Барсик тяф. Наверное, типа Барсик, а может быть это реально Барсик, фиг его знает. Вот такой вот милый Барсик. И теперь давайте смотреть, что же находится в коробочке. Во-первых, здесь мой любимый шариковый пластилин Добл Бобл. Здравствуйте, я Маша, 24 года, не научилась так разговаривать. Мой любимый пластилин шариковый Добр Бобр голубого цвета. Вот в этих штучках, скорее всего, находятся слаймы, которые очень хорошо запакованы. И здесь всякие вкусняшки, даже есть свитбокс, пушистики, класс, это так мило. Еще слайм, мои любимые конфеты, боже мой, ребят, вы меня просто не перестаете радовать. Здесь пчелка, кто не знает, я просто обожаю эти конфетки. Вот такой вот легкий пластилин. Клей, перлинга. Я не знаю, вышел видос уже на канале Zoom Slime или нет, где я говорила, что, блин, я 100 лет не видела вот этот вот клей перлинга, у меня в городе его просто нету, я его нигде не могу найти, я очень по нему соскучилась, и такое чувство, что меня свыше кто-то услышал, и вы мне передали этот клей. Спасибо большое, потому что реально, я по нему соскучилась, этот клей очень крутой, из него получается классный слайм. А вот это, я так понимаю, активатор. Вот там такая штука. Кстати, я так и не понимаю, откуда образовывается эта штука, потому что я помню, я заказывала слаймы у кого-то, и активатор тоже был с такими вот белыми штучками. Здесь есть еще один активатор. Угу. А, это ароматизатор. Реально ароматизатор. Пытаюсь понять, чем он пахнет. Я не понимаю, чем-то сладким, типа какими-то карамельками. В то же время есть какой-то оттенок фруктов. Короче говоря, все очень сложно. Я, как обычно, ничего не могу определить. Есть вот такой вот брелочек, блин, я пролила ароматизатор. Все нормально, я же Маша, я должна все пролить. Няшка. Зайчик. Обалдеть, какой он милый, вы просто посмотрите. Очень клевый. Так, легкий пластилин я вам уже показывала. И помимо пчелки, я вижу, здесь есть... Это тоже пчелка. Я таких еще не видела, вы прикалываете. Это реально первый раз вижу такую конфетку. В общем, здесь очень много пчелок. Я просто сойду с ума. И реально, мне кажется, к лету я потолстею при таком количестве сладостей, которые вы мне надарили. Ну а теперь давайте смотреть слаймики. Я уберу коробочку. Первый слайм, который я взяла, это вот такой вот. Сейчас мы узнаем, что же в нем. Ну, вернее, что это за слайм, что в этой упаковке. Офигеть, как все круто запаковано, вы посмотрите. Слайм голубика кранчи. Блин, тень. Я немножечко поменяла угол обзора, надеюсь, вам сейчас будет видно лучше, потому что тут сильное солнце, и где-то появляется тень, и, в общем, выглядит неприкольно. Но сейчас я готова открывать этот слаймик. Вау!
Обалдеть, вы посмотрите, какая красота. Блин, классно. Тут целое сердечко. Я сразу же добавлю ароматизатор, чтобы слаймик стопудово вкусно пах. Он такой прикольный. Ароматизатор, кстати, очень вкусно пахнет. Прям безумно вкусно пахнет. Мне кажется, сейчас будет что-то типа полубаттера кранч, потому что там был легкий пластилин. И должна получиться очень необычная текстура. Просто офигенский. Я предлагаю размазать этот слайм, посмотреть, как он будет мазаться. И мажется он офигенно, несмотря на то, что написано, что это кранчи текстура. Это все-таки немножечко баттер. Просто посмотрите, какая офигенская розочка получается. И знаете что? Меня немножечко бесит снова солнце. Вернее, меня солнце не бесит, меня бесит то, что у меня здесь тени. Я не знаю, как сделать, чтобы не было теней на камере. И у меня тут храпит Бакс. В принципе, ничего необычного. Предлагаю устроить АСМР. Погнали. Невероятно классный слайм, я бы даже смогла сравнить этот слайм с профессиональными слаймерами, серьезно, он очень клевый, у него очень классная текстура, крутой аромат, и самое главное то, что он доехал до меня, так сказать, потому что вы знаете, как я перевозила все посылки, если вы не знаете, то вы не смотрели мое видео, где я распаковывала почти все посылки, ну, вернее, все я их распаковала, обязательно сюда кликайте и смотрите полную распаковку подарков со слаймфеста. В общем, слайм безумно крутой, мне очень понравился, спасибо большое, он очень клевый. Ну а вы не забывайте давать оценку этому слайму в комментариях, я ему ставлю 5 из 5, он крутянский. И мы закрываем этот слаймик и убираем его сюда в стороночку. Следующий слайм, который я хочу посмотреть, это вот этот вот. Интересно, что меня здесь ждет. Давайте попробуем угадать текстуру. Мне кажется, здесь будет оригинал. Давайте посмотрим, оригинал или нет. И это слайм YouTube, это баттер. Блин, я еще хотела сказать, типа, наверное, будет баттер. Потом я думаю, блин, ну, блин, баттер. Скажите, что одни баттеры. Я скажу, одни баттер. О чем я вообще говорю? Я не отгадала. Это не оригинал, это баттер с вот таким вот меленьким капкейком. Здесь тоже есть всякая разная упаковка. Вау, он немножечко горный. Офигеть. Класс. Открываем. Интересно, он будет пахнуть? Нет, в него тоже забыли, добавили ароматизатор, ничего страшного, сейчас добавлю, и смотрите, это реально слайм YouTube. Обалдеть. У меня до сих пор не пришли кнопки от YouTube, но зато у меня есть слайм. Кстати, да, меня многие спрашивают, где мои кнопки YouTube на 100 тысяч подписчиков, на 1 000 000 подписчиков. Они, короче, где-то потерялись. Я вовремя не отправила документы, которые я должна была отправить, когда ты получаешь такие разные посылки с Америки. И все, они просто где-то затерялись. По крайней мере, кнопка на 100 подписчиков, на 100 тысяч. А вот на 1 000 000 подписчиков я даже не имею понятия, где она. Так вот, у меня нету кнопки, но зато у меня есть слайм YouTube. Это даже топчик. Это даже лучше, чем какая-нибудь там золотая кнопка от YouTube. YouTube не в обиду. Но слаймы я люблю больше, чем какие-то кнопки. Это, я так понимаю... А губочка моя любимая. И
снова видос пошел куда-то в СМР. Интересно, если добавить ароматизатор на губку, что получится? Сейчас узнаем. Фекс, я весь слайминг достала из баночки. И сейчас предлагаю его замешать. Пока не замешала, сделаю, конечно же, розочку и покажу, что получилось. А получилось вот, что она очень красивая. Слайм поначалу такой, типа, сначала кажется. Слайм поначалу кажется, да. Я явно еще не проснулась. Поначалу такое ощущение, то, что он очень плотный, но я вот продолжаю с ним играть, и он становится более мягким. Может быть, это за счет того, что добавила в него ароматизатор. Не знаю, конечно. Но текстура очень плотная пока что. Очень. Вау, он так растягивается. Сорян за эту тряску. Обалденно. Я добавлю еще ароматизатора просто по приколу, чтобы слайм был более мягким, потому что ароматизатор, он по-любому на основе глицерина. Глицерин, как мы знаем, он размягчает слаймы, поэтому я решила его добавить. Как-то так. Просто превосходная розочка. И теперь слушаем. Превосходный, просто шикарный слайм. Мне он очень нравится. И, кстати говоря, губка в баттер-слайме смотрится прикольно. Ну, типа, реально, можно добавлять джели и кьюбы в слайм, и будет прикольно. Ну, типа, в баттер-слайм. Мне кажется, я еще никогда не добавляла, хотя стоит попробовать. Когда пыталась сделать красивую розочку, ну, что-то пошло не так. Очень круто, спасибо большое. Теперь у меня будет слайм YouTube, самый настоящий слайм YouTube. И никакая кнопка с этим слаймом реально не сравнится. Этому слаймику я тоже поставлю 5 из 5. Он очень клёвый, мне безумно понравился. И реально можно сравнить его с профессиональными слаймами от профмагазинов. Потому что, блин, ну, у меня вообще нет к нему никаких нареканий. Он очень клёвый. Мы переходим к следующему слайму. Итак, у нас уже был баттер слайм, у нас уже был кранчи слайм. И теперь делаем ставки, что же здесь будет за текстура. А вдруг здесь будет клей? Ну-ка. Неужели я отгадала? Офигеть, я не отгадала. Это баттер слайм айс крим. И он, как вы видите, с поталью. Прикол. Кто любит шуршать по талию, ставьте лайк на это видео, я просто обожаю. Пошуршим, как говорится. Мне кажется, это сизлс баттер, потому что в нем столько пузырьков. Ой, он такой мягкий. Обалденный. Здесь был шармик мороженки. Это должно быть так. Смотрите, какая красота. Прям настоящий айс-крим. Очень классная текстура. Он очень мягкий. Смотрите, как круто мажется. Раньше мне казалось как-то зашкварно даже немножечко добавлять блестки в баттеры. Но это было очень давно, наверное, год назад. А сейчас мне, наоборот, все больше и больше нравятся баттеры с разными добавками. То чувство, когда из баттера надул пузырь. И радуешься этому просто как ребенок.
офигенный, просто офигенный слайм. Я попыталась напитать этот слайм воздухом, и посмотрите, какая красота получилась. А теперь слушай. Невероятнейший вот это пока что самый любимый слайм из всех, которые ты мне сегодня подарила. Вернее, вы мне сегодня подарили. Они очень клевые все, но вот этот просто запал мне в душу. Теперь я понимаю, почему здесь такой большой контейнер, потому что этот слайм очень сильно увеличивается от игры. Мне кажется, он раза в полтора увеличился. Ну, вы посмотрите. И теперь мы этот слаймик убираем в сторонку и переходим к вот этому малюсенькому слаймику. Давайте вы попробуйте отгадать, что здесь за текстура. Я вижу то, что он уже голубой. И, наверное, это баттер? Серьезно? А, это для Дениса. Офигеть, прикольно. Я думаю, то, что Денис будет не против, если я распакую его слайм. Только вы тише не говорите ему, что я уже распаковывала этот слайм. Это будет наш маленький секрет. О, я уже вижу то, что Денису он стопудово понравится. Что есть? Что здесь есть, как вы думаете? Здесь есть маленькие пенопластовые шарики, он их очень любит. Интересно, пахнет? Блин, у меня руки, короче, пахнут ароматизатором. Из-за этого я не чувствую, есть в слайме ароматизатор или нет. Но я добавлю еще ароматизатора, чтобы этот слайм немножечко размягчить. Потому что, как вы видите, он немножечко затвердел. Я очистила всю баночку. И теперь давайте смотреть, что же здесь за секретный слайм для Дениса. Это супер-пупер мягкий баттер с маленькими пенопластовыми шариками. Я надеюсь, он сейчас будет классно хрустеть. Нет, наверное, им нужно было поиграть поактивнее. Очень клевый, мне он нравится, надеюсь, то, что Денису он тоже понравится. Но сейчас, чтобы прикрыть все, чтобы не оставлять никаких улик, в смысле, я это имела в виду, нужно собрать все шарики со стола. Типа, не-не-не, я этот слайм не распаковывала, все улики блины со стола. Я закрываю этот слайм и подарю его обязательно Денису. И знаете, что я еще хочу открыть вместе с вами? Это вот такой вот свитбокс. У меня такого еще ни разу не было. Давайте посмотрим, что здесь за игрушечка. И барабанная дробь. Здесь ежик со шляпкой. Прикол. Интересно, какие еще есть игрушки? Его зовут Даня. Есть Копайка, Фукс, Аня, Орешек, Ушастик, Пухлик, Даня и Зевака. Собственно говоря, Даня, я больше всего похожа на Зеваку. Я просто 24 часа на 7, это Зевак. Вы просто посмотрите на него, он зевает. Ну, блин, это вообще. А Денис 24 на 7, это Ушастик. Да, стопрудово. Вот прям не стопудово, а стопрудово. И что, я еще не посмотрела? Я все посмотрела, кроме легкого пластилина и вот этого вот шарикового пластилина. Что его смотреть? Он как бы классный, это 100%. Большое спасибо за такой крутецкий вообще набор, крутецкие слаймы. Мне все очень сильно понравилось. Ну, а если вы хотите мне отправить слайм или еще что, я, наверное, внизу оставлю в комментариях адрес, куда вы можете прислать мне посылочку. Если не забуду, если нет, то ищите в других видосах, я где-то оставляла. Но на этом это видео подошло к концу. Спасибо, что посмотрели его до конца. Увидимся с вами совсем скоро. Не забывайте подписываться на оба моих канала, Маша Зум и Зум Слайм. Там каждый день видео выходят про слаймы и только слаймы. То есть, если Маша Зум, это такой лайфстайл-канал, тут челленджи, влоги, всякие разные другие видосы, то на Zoom Slime только... Ну, вы поняли, только видосы про слаймы, так что скорее подписывайтесь. Но мы с вами совсем скоро увидимся, до скорой встречи, всем пока!